Бизнес должен развиваться свободно и стабильно. Правительство Подмосковья принимает для этого все необходимые меры. В Химках прошла областная конференция, посвященная финансовой помощи малому и среднему предпринимательству. Собравшимся со всей области коммерсантам подробно рассказали о региональной программе поддержки, а именно обо всех видах субсидий. Однако в первую очередь любой бизнесмен должен обратиться в администрацию своего города. В Химках можно получить всю необходимую помощь в одном месте – Центре поддержки предпринимателей. Правительство области считает центр нашего города образцом для всех городов Подмосковья. На наш взгляд, это тот, ну если не эталон, то тот типовой проект, который должен быть в высокоурбанизированных крупных городах Московской области обязательно распространен. На мой взгляд, формат сродни тому, что мы видим в качестве лучших мировых практик по поддержке малого и среднего бизнеса. В Химках представители малого и среднего бизнеса чувствуют себя комфортно. Только за 2 месяца зарегистрировано 327 новых предприятий. Помогает им во всех вопросах и центр поддержки. Именно этот принцип единого окна для того, чтобы бизнес себя чувствовал комфортно на территории округа, чтобы он мог получить информацию и помощь в одном месте, как говорят, не ходил по кабинетам и на каком-то он все-таки запнулся и закончил свою деятельность. Вот это запрещено. Депутаты Химкинского отделения «Единой России» регулярно выступают с законодательными инициативами, которые должны помочь бизнесу развиваться. В основном они связаны со снижением налоговых ставок. Мы совершенно недавно приняли закон о введении, ну это уже как бы в развитии федерального закона, о введении у нас в Московской области каникул, налоговых каникул. Имеют право иметь льготы в течение определенного времени, то есть не платить налоги, ну кроме социальных. Для предпринимателей такие встречи с руководством области и города – это возможность быстро решить проблемы, возникающие в ходе работы. Затягивается и процесс строительства, и, а значит и запуска производства, а значит и рабочих новых мест, а значит и налоговых отчетов. Вот одно зацепляется за другое. Когда мы встали, конкретно это озвучили, на следующий день нас пригласили, через неделю мы получили все ответы. То есть, получается, не пришли бы мы на эту встречу, может быть, до сих пор бы педалировали. А пришли, очень четко, быстренько, оперативно отреагировали. В Химках считают, что бизнес должен реализовывать и социальные программы. Городской проект «Ветеран», сеть льготных отделов в магазинах и аптеках также представили как образец для всей области.